В Доме культуры РАУ 20 сентября состоялась встреча с писательницей Нариной Абгарян, которая известна читателям по циклу книг о детстве «Манюня», а также по многим другим повестям и рассказам. «Понаехавшие», «Люди, которые всегда со мной», «С неба упали три яблока», «Шоколадный дедушка», «Зулали» и так далее. Встреча с Нариной Абгарян прошла в дружеской и искренней обстановке. Писательницу представила организатор встречи, заведующая кафедрой мировой литературы и культуры РАУ Лилит Меликсетян. Она меняется каждый день, с каждой книгой, с каждым новым текстом, с каждой новой эмоцией. И поэтому, по сути, никто не знает Нарины Абгарян. Подозреваю, что даже она сама. В общем-то. Найне умеет вызывать такие эмоции, такие переживания, что вообще дай ей Бог сил. Что она стала таким резонатором, в общем-то, для всех. Она чувствует за очень и очень многих. И она чувствует и делится этими чувствами с такой щедростью, с такой вообще безоглядной талантливостью и с таким внутренним ростом, что просто до мурашек. Если вы читали последние ее книги, это «Люди, которые всегда со мной», это «С неба упали три яблоки», вот «Зулали», вот сейчас буквально. Мы с вами имеем счастье и возможность наблюдать, как прорастает, набирает сил, глубину, мощь, талант совершенно потрясающего писателя и человека, который из детства, из детскости, из Берта, из такой нарочитой такой, знаете, игры, в местечко превращается и набирает просто эпическое дыхание. Что Берт давно стал литературно-культурным пространством. Человек, который вызывает весь спектр эмоций и оплачивает их, в общем-то, за свой счет, за самый высокий счет. Поэтому, пожалуйста, и сегодня, и впредь, и как сложится, мы должны это понимать, ценить и беречь этого человека. В человеческом смысле, оберегать. А потому что это, я извиняюсь за пафос, но это национальное достояние. Правильно. Что касается Берцева, они меня просто не читают, это меня спасает, потому что если бы они меня прочитали, это был бы, конечно, ужас. Каждый берцевец, которого я встречала бы на улицах, он бы, конечно, предъявлял мне всяческие претензии, что я не так написала, не так описала, и вообще какой я вертец, чтобы нашу ссору сбыть. Найне Абгарян поделилась с присутствующими в зале секретами своего творчества, а также ответила на интересующие вопросы. Я не тот случай, на который нужно равняться, потому что мне просто повезло. Ко мне пришел издатель. Ну, есть совершенно прекрасная премия «Рукопись года». Она исключительно для начинающих авторов, для авторов, которые никогда не издавали. Эту премию проводит именно мое издательство. Я там знаю каждого читателя, в смысле каждого члена жюри, который читает эти книги. Я могу поручиться за то, что вашу рукопись прочитают. И если она действительно того стоит, ее берут и ее издадут тиражом 2000 экземпляров. Так что дерзайте. В принципе, рукопись года легко и просто можно найти. Если погуглите, там выйдет и ссылка, и вот это то, что я рекомендую начинающим авторам. А мне периодически присылают тексты. Это большая ошибка писателю присылать тексты, потому что писатель – человек субъективный, у него свое мнение. Может, вы написали хорошее, а ему просто не понравится. И он зарубит ваш текст просто на корню, вы не станете больше ничего писать. Профессиональные люди – это редакторы. Присылать нужно рукописи в издательство. Не бойтесь, что рукописи украдут. И что-то в этом роде. Ничего подобного, ничего такого не будет. Прочитают в течение 2 месяцев. Могут не ответить. Могут ответить. Рецензии не будет. Но обязательно, если вы написали достойное, обязательно вас создадут. Потому что, поверьте мне, я работаю сколько лет с редакторами, они с большой тщательностью инспектируют интернет-пространство на тему хороших текстов. Хороших текстов очень мало. Я бы хотела поговорить о зависти и о звездной болезни. Это страшная штука, я это наблюдаю среди своих коллег. Я не знаю, как можно сохранить здравый рассудок среди людей, которые тебя обожают и говорят, что, в общем, ты талантливый человек. Меня спасает то, что я по сути своей так и осталась деревенским человеком. У меня такой мощный деревенский стержень. Мне повезло с родственниками, которые мне с детства говорили, что сдаваться плохо.
И поэтому постарайтесь радоваться удачам других, тогда удача придет и к вам. В тот момент, когда ты начинаешь завидовать, удача от тебя отворачивается. Это абсолютно точно. Это я наблюдала на писателях, которые очень хорошо начинали и очень плохо кончали, потому что они решили, что они такой путь вот земли. А что я вообще могу сказать об успехе? Успех — понятие вообще эфемерное, его не существует. А признание — это большой подарок тебе. Относиться нужно к нему как к Божьему дару, наверное. И нести над своей головой с благодарностью бесконечной. Никогда не обращайтесь на «ты» к своему дару, никогда не ждите музу, она ленивая, она редко, когда приходит в писательство. Это тяжелый, чудовищный дар, это работа кочегара. Каждый день ты сидишь и заставляешь себя работать. И я по опыту своему и по опыту своих коллег, я хочу сказать, что мы сделали совершенно чудовищное открытие, которое нас всех напугало. Говорят, что если человек не использует свой дар, он от него уходит к кому-то другому. Ничего подобного. Если человек не использует свой дар, он его начинает убивать. Это было не раз, не два, и я видела это на своих коллегах, как они падали, ломали руки-ноги. Я через это сама прошла, потому что в какой-то момент я бросила писать, и буквально сразу же я упала на плечо, повредила себе руку так, что она у меня просто не поднималась. Я не могла работать. И вы знаете, вот как-то мы собрались, об этом поговорили, все-таки решили, что если у тебя есть талант, пожалуйста, не подводи его. Дар, талант не имеет значения. Я считаю, что у меня нет таланта, у меня дар такой, длинное упрямство и большое трудолюбие. Но у моря Петросян, например, безусловный талант. Если он у вас есть, не игнорируйте, пожалуйста, его, не подводите его. Иначе он начнет вас наказывать серьезно. Присутствующие в зале имели также возможность услышать произведение писательницы в переводе на армянский язык. В зале находились переводчики Нарина Кижларян и Наира Хачатрян, которые сами представили свои переводы. Перевод читала, и я смеялась как идиот. Это вообще отдельная тема, когда автор читает свою книгу и смеется. Но она перевела так, как бы я никогда не написала на армянском. Например, там момент был какой-то, когда мама кричит за дочкой и говорит, не испачкай платье, потому что его должны сестры донашивать, а у Нарины это звучит шурочек частности, чеки за рамки ткачоган. Такие вещи, которые могут быть только в армянском языке, звучат только по-армянски. Вот это меня, безусловно, очень радовало. Это для меня большое счастье, что мою книгу переводила именно моя землячка, а потом перевела виртуозно. Я объясню почему. Потому что были попытки перевести какие-то мои рассказы о войне на армянский. И удивительное дело, они совершенно не звучат на литературном армянском. Во-первых, там должен быть очень простой язык, очень простые слова. Во-вторых, там, мне кажется, наверное, смысл... Весь цинец, да, этих рассказов именно вот в этой простоте. А литературный армянский, который, к сожалению, мне никак не дается, я вот не умею писать на нем. А почему я говорю про армянский? Потому что у меня удивительное качество. Я когда пишу русские фразы, у меня фоном звучит армянский. Имбарбар намучу. Утешать даже вора, говорю, так есть гарумен, у фону есть лосумен. Вот это все документальное, что есть в этом произведении, это Анатолий Василий. Василий был чудовищно упертым человеком с отвратительным характером. Его все называли Паша Хустый, неуемный, кратко Пашу. Вот оттуда мне и Пашу Янс. Вообще удивительно.
основное дело, конечно, эти клички. Я не знаю, в других районах Еревана они есть или нет, Армении есть или нет. Более чем. У нас какие-то совершенно чудовищные есть. Трусиканские, удананские. Нам повезло, я считаю. Достойные люди, очень достойные. Это самая большая, богатая семья Альберты, и это такая семья, которая периодически делает что-то для Альберты. Они то дороги проходят, то какие-то акции проводят. Это хорошо, Марсканс предал, Арачина Берт, трусиком Да, при том, это была какая-то чекалка, которую он сам ее придумал. Тушкина. Просто человек, мы не выговариваем букву «П». На какое-то свое бесконечное несчастье он, значит, сказал Тушкин. Все, после этого они Тушкина навсегда. Я знаю, сколько людей очень помогали, следуя ее призывам. Сколько людей помогали, следуя призывам Гаяне Приньовой. Я называю именно армянских женщин, это не сексизм, это просто какая-то гордость за своих женщин. Сейчас тут, наверное, Давцан, она меня убьет, но я знаю, сколько она помогает, в общем, Карабаху. Я даже на нее не смотрю, потому что знаю, она меня взглядом убьет. Просто это девочки, которых я очень люблю, которыми я очень дорожу, которым я бесконечно благодарна. Да, я вижу, что границы остались там на границе, когда я вижу, как там люди живут, как там дети болеют цингой, как в селе Айнепар всего два первоклассника, потому что, в общем, все, они не защищены совершенно. Когда я знаю, как живут люди в Чинаре, я знаю, что они урожаются, они ждут тумана, чтобы урожай собирать. Это агавор вичака, мартик. А мы оры рискуют своей жизнью. Извините меня, что я перехожу с армянского на русский. Вот Барбарова написала, чайхаська она. Да. Я просто к тому, что эти люди, это героические люди, которые ничего не требуют, ничего не ждут от нашего правительства, которые каждый день, каждый час, не делая, они считают, что они ничего героического не делают. Они просто живут, они там рожают детей, там мужчины, которые в осколках с ног до головы, они шутят. Мол, кайцака вот там называют хэлу, прямо кайцаки цингвахом. А они собирают урожай туман, иначе их снайперы снимают. За последние полгода снайперы убили 30 коров. Одна корова – это одна семья, которая, в общем, сами знаете, что такое коровка семья, это большие деньги. И, конечно, когда мне кто-то там пытается что-то втирать, что Армения бедная страна, Армения не бедная страна, Армения достойная страна, она богата хорошими людьми, если не воровать. С большущим удовольствием прочла вашу понаехавшую. Это такая злободневная проблема 90-х годов. Но вопрос, который я заготовила, частично вы на него уже ответили. Там уж слишком много, как из рога изобилия, ненормативной лексики. Все-таки мы армяне, и у нас есть какое-то внутреннее табу. Скажите, пожалуйста, вы это сделали легко и просто, или вам приходилось преодолевать какой-то барьер? Для меня, во-первых, вы представляете, приезжает вот берская девочка, которая там училась в Ереване, жила в общежитии и чувствовала себя таким абсолютно наехавшим. Приезжает в Москву, попадает в большой город. И первое, что она видит, это пьяные матерящиеся женщины. Это для меня был такой шок. А я была к этому не готова, и я какое-то время я считала, что, в общем-то,
Ну, это не должно быть. Но потом, когда я какое-то время прожила в России и увидела, как эти женщины живут, та же моя начальница, Федоровна, у которой был абсолютно пьющий, опустившийся муж, больные сёкры с икрой и маленький мальчик, сын. И она должна была все это тянуть на себя. Как в этой ситуации можно не материться, я не знаю. Я честно, она была великой женщиной, она материлась через слово. Она защищала нас, как только могла. Она однажды избила налогового инспектора, просто вышла из-за денег, вцепилась ему в лицо, избила его за то, что он оскорбил нашу девочку. Я тогда еще была глупая и осуждала, сейчас я не осуждаю. Я просто стараюсь относиться с пониманием. Поэтому мне хотелось все это гнетами подать. Я не думала о том, немного бы принимала. В рукописи казалось, что немного. А вот когда книжка вышла, я прочитала, я увидела, что реально много. И я даже пыталась попросить издательства не издавать больше эту книгу. Ничего страшного, это у нас такой был, мы когда с подругой пошли в театр, сидели такие, она купила кока-колу, и ей очень хотелось пить. И в абсолютной тишине она открыла эту бутылку. Как нас оттуда не выгнали, я вообще не знаю. И как вы вообще, в принципе, относитесь к аудиокнигам и к электронным книгам? Насколько для вас важно читать книгу, или это будет электронная книга, аудиокнига? Насколько для вас вообще это имеет значение? Может быть, можно я сразу же задам, чтобы я присела и передала микрофон. Насколько для вас важно художественное оформление книги? Следите ли вы за этим? Как-то утверждаете ли вы верстку и прочее? Вот просто сухой текст, да, к примеру, и текст с какой-то иллюстрацией, с художественной подачей. Влияет ли он на восприятие текста или нет? Я попыталась послушать немножко Манину в аудиокниге. Ну, нравится не потому, что не нравится, как читают, просто, ну, я начинаю там что-то елозить, что-то прятаться в другой комнате, стесняться, это вообще индийское кино, как я смотрю. Сейчас вот в одном из театров московских скоро будут ставить Манину, к сожалению, я не могу пока об этом говорить, потому что режиссеры и артисты очень суверенные люди, но я очень об этом мечтала, чтобы именно этот человек поставил спектакль, и он будет, это большое счастье. Меня пригласили на премьеру, меня посадят в первый ряд, я не знаю, как это все превратится, я за этим всем буду наблюдать из-под кресла или вообще не буду смотреть. Это для меня большое испытание. Вы не видели, как я смотрю спортивные танцы, фигурное катание. Вот когда партнер кидает девушку, я за это время успеваю убежать в другую комнату, а оттуда кричу: «Она снова или нет?» Вот то же самое. Тут дело деревенская радость, деревенское смущение. Поэтому вот не слушаю. Мне очень жаль, что я обломала вашего друга на все трех яблок. Но я хочу сказать, что когда вышла «Моря», книга вышла «Дом, который», я как раз писала людей. Я долго думала, назвать «Люди, которые всегда со мной» или не называть, потому что как-то вот пропал такой цинизм, а потом решила, ладно, Бог с ним. Пусть будет. Так что мог спокойно назвать «Три яблока», я думаю, чего-то такого нет. Иллюстраторы. Иллюстраторы, конечно, очень важны. Я почему про свои книги, которые о Верде, почему я прошу, чтобы их иллюстрировала моя сестра Сонечка, впрочем, я особо не просила, потому что издатель сам это предложил, потому что она из Верда. Она, как никто другой, чувствует эти тексты. Естественно, иллюстратор – это хороший иллюстратор на весь Солото. Например, моя подруга Вика Кирти, которая потрясающий иллюстратор, к ней учились на 4 года вперед. Поэтому, ну да, если есть возможность, утвердить иллюстратор всегда на это идет. Самая известный армянский писатель. Живой. Я не знаю, догадывались об этом или нет, во всем мире. И мне интересно, есть в этом дополнительная ответственность, и влияет ли это на ваше творчество в смысле включения иногда внутреннего редактора или цензора? Спасибо. Спасибо вам большое. А живым это вообще, это когда дети приходят, говорят: «А вы живая!» А еще говорят, какая вы молодая, и мы думали, что вы бабушка старенькая. Ну, в
внутреннему редактору это, наверное, дело неправильное, да? Нельзя заигрывать с читателями. Но все-таки периодически, наверное, он у меня включается, потому что есть вещи, о которых я молчу. Из слуховой следоотносца не пишу. Об Армении вещи, которые я бы могла написать. Недавно мы с моим совершенно прекрасным знакомым обсуждали историю, о которой он не подозревал. А как сложно приходится девочкам, которые выбиваются из общей среды среди своих сверстниц. Вы не представляете, как это сложно. Я рассказала ему историю моей однокурсницы. Совершенно красивой армянской девочки. Это была просто одна умница. Ее звали Булгари. И как ей приходилось сложно в нашем Брюсовском институте, потому что мало того, что ее не воспринимали сверстники, она была реально очень красивой девочкой, ее еще гнобили преподаватели женщины. Это было очень сложно. Ее маму постоянно вызывали в университет, в институт. А придумывали какие-то дурацкие причины, чтобы не поставить ей зачет или экзамен. Это конкретная история, которую я пережила. И Гуарик в какой-то момент просто вышла замуж за первого встречного, ну, чтобы меньше к ней цеплялись. Эссенчин, сэсконсирин, эсэскэс мазэй цэнца, эсэскэсэн шоу. Она была простая девочка, просто очень красивая. У нее были тяжелые роды. Она родила двоих детей. Она еле выжила. Ей сполосовали весь живот. И после этого в институте ее полюбили. Об этом, конечно, можно написать. И, наверное, можно очень ярко об этом написать. Как вот эта девочка, пропустив целый год. Потрясающая красавица, слава богу, что ей повезло с мужем. Как она через год пришла в институт, и те же преподавательницы, с какой радостью относились, встретили ее, и как они ее любили, но постоянно, постоянно подчеркивали, что ей сполосовали живот. Вот. Но я об этом не напишу никогда. Почти Петрушевская. Но у меня есть слуховая какая-то солидарность. Я чувствую, наверное, какую-то ответственность перед своим народом. Как это по-идиотски бы это ни звучало. Я не люблю эти высокопарные выражения, но я не знаю, как по-другому это сказать. Поэтому я об этом не напишу. Но я все это видела. Мне тоже, кстати, приходилось очень... Я не такая уже красивая, но я тоже была высокая, светленькая. Это было достаточно. Это было большое испытание. И меня периодически... Я просто так как была из бедра, где упертые люди, меня трудно было сломать. А Гуарик была апаранская девочка. В апаране так давать отпор, как это в бедре дают, наверное, не учат. И вообще мы большие пофигисты, по большому счету. Поэтому мне было проще. Она была в 100 раз красивее, и поэтому ей было сложно. Потом она уехала в Америку со своим мужем, вот, и я, у меня нет сведений о ней. Вот это реальная история о внутренней цензуре. Наня, вы показали, что вы талантливый писатель. Прямо сейчас в этом зале вы доказали, что вы прекрасная армянка. Мне очень понравилось ваше выступление. И вас назвали армянской писательницей сейчас. А я вот, мне очень интересно, кем вы себя ощущаете, вы? Меня очень смешно называют русскоязычным писателем армянского происхождения. Вот так я себя, наверное, ощущаю. Нет. Если бы вот удивительное дело, я окончила армянскую школу, но я не могу написать на армянском. К сожалению, тоже, наверное, какая-то вот. Кому-то дано написать по-русски, кому-то по-армянски. Не получается, я пыталась. Ни в какую. Поэтому я армянский писатель, такой засланный казачок в России. Который по возможности делает, в общем, все, что может для того, чтобы и мазлин кахцерная, или пон сосочек читает. А ну, по-моему, вот так вот. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Вы пишете на русском языке, вашу книгу перевели на армянский язык. Но вы ведь понимаете, что планета большая, армяне живут в
во всем мире, в разных странах. Многие из них не владеют ни русским, ни армянским. Поэтому у меня такой вопрос возник. Хотели бы вы или, возможно, случится так, что ваши книги будут переведены на многие языки и их будут читать во всем мире? Уже переводят, перевели на французский людей, скоро выходят яблоки, на болгарский перевели яблоки. Удивительное дело. Хотя для нас это не удивительно, болгары эту книгу очень полюбили и, наверное, ее будут книгой года объявлять, потому что там тираж разошелся чуть не за месяц, чего вообще не было давно. Болгары не помнят, что переведенная книга так продавалась. Меня это очень радует. В общем, ведутся переговоры. Скоро Манин вышла на украинском, скоро она выйдет на латышском, на эстонском, дай бог здоровья, если на армянском получится будет. В общем, потихонечку переводят. Это, конечно, большая ответственность, большая радость. Если мои книги прочитают из другой национальности, если они полюбят Армению и захотят сюда приехать, я буду просто счастлива. Спасибо вам большое. По завершении встречи Нарине Абгарян с удовольствием подписала книги всем желающим.